Потом приехал Джонни Депп, короче, тут такая заруба. Нет, потом они начали заниматься пиратством, те же рыцари. Второй, четвертый век до нашей эры. Или нашей эры. Я не помню, не прочитал. Представляешь? Что-то написано. Может, тебе даже что-то нельзя сломать. Ну, сломается тут. Ну, каждый там, кстати, подписан. Thank you.
второе по значимости историческое место на острове Родос, город Лин. Раскопки 2-3 века. Рыцари когда-то построили вот эту крепость и обороняли вот эту бухточку. Теперь это пешеходная зона, проезд в город запрещен, только пеший. Проходишь, поднимаешься на эту крепость, там раскопки древнейшие. Чем-то напоминает Санторини, конечно, меньше уровень, но такие же улочки, такие же магазинчики. Теперь стало очень жарко, хотя основная масса туристов как раз подъехала. Мы поехали на 70 источников загадывать желания.